Арсенал хорошо выглядит в последних матчах. Они обыграли дома Арсенал, сыграли в ничью с Динамо. Поэтому, особенно на выезде, это всегда очень сложный поединок. Поэтому мы готовимся максимально серьезно. Тарко забил 3000-й гол в истории Рубина. Сюда, пожалуйста. Да. Ну, хороший соперник. Смотрел последнюю игру. Хорошо сыграли с Динамо. Забили два. Ну, посмотрим, что будет. Тяжело, конечно, будет. Но я думаю, что не в лучшей форме. И надеемся выиграть. Вернулся дисквалифицированный Зотов, вернулся травмированный Костюков в общую группу, продолжает работать в общей группе Инбом. То есть, после чего вернулся в общую группу Грицаенко. К игре. Тренируемся. Ну, тяжело сейчас. Вот это 3 дня. Ну, завтра, послезавтра легкая тренировка будет. Но мы уже готовы за игру. Надеемся побеждать. Настроение хорошо, атмосфера супер. Когда приехал в Рубин, никогда лучше атмосферы не было. Ну, конечно. Выиграли сколько игр подряд, поэтому атмосфера, конечно, хорошо. Хорошо. Хорошая форма, настроение хорошо, поэтому я думаю, что у нас есть большие шансы, чтобы попали в Еврокуб. Поэтому надеюсь, надо тренироваться, поэтому результаты приедут.